Ну так сегодня на разборке у нас совершенно замечательная актриса первого, второго и третьего планов Вупи Голдберг. Помните ее? Такая черненькая, вся в дредах такая. Обалденная женщина, игравшая в «Привидении» ту сумасшедшую, совершенно ясновидящую. Кстати, за нее она получила Оскара. Вот. Что нас интересует Вупи, кроме того, что она актриса? Ну, начнем с того, что имечко Вупи она получила, потому что очень неплохо умела пукать. Как подушечка, на которую сядешь, она пру! Вот и Вупи тоже издавала эти звуки направо и налево. Фамилию она свою получила от соседа, старика Голдберга, который ее воспитывал. А реально у нее другая фамилия. Надо вам погуглить, и не надо, а обойдетесь и так. Вот. Отснималась она в приличном количестве фильмов. На сегодня она у нас одна из 12 актрис в Голливуде, у которой есть все 4 награды. То есть это у нее есть и Оскар, и Эмми, и Грэмми, и Тони. Вообще она девушка у нас жутко талантливая. Она и на телевидении ведет свою программу, и участвует в других программах. Она ведет комическую какую-то программу. Она пишет сценарии. Она эти сценарии сама продюсирует, сама снимает. Вот так вам не хухры-мухры. Вот. А вот хобби у нашей девушки, ну, крайне невероятное. Очень оригинальная. Она любит собирать драгоценные украшения. Вот так, не может пройти мимо магазина, чтобы не накупить себе кучу всяких разных украшений и не обвешаться ими. И как дополнение, такая интимный такой штришок к хобби, она еще и политикой увлекается. Вот, например, она умудрилась потерять очень большой контракт на рекламу, когда стала выступать против Буша младшего. Устроилась к конкуренту, выступала против Буша, обзывала его кустиком с интимного места, слабка. Буш выиграл. Она осталась без денег. Но это ее не охладило. Такая она активная женщина. Несмотря на полное отсутствие бровей и чернокожесть, и не сильно такой красивый внешний вид. Ну, согласитесь, Вупи Голдберг абсолютно не классическая красавица голливудских фильмов. Вупи пользуется большим успехом у мужчин. И учтите, только белых мужчин. Одна из самых знаковых фигур, с которыми она встречалась, это был Тимоти Далтон, один из Джеймса Бондов. Помните такого? Такой симпатичный английский мужчина. Вот. Так вот, наша душечка-пердушечка, ой, то есть Вупи Голдберг, она на сегодня, кроме своего увлечения, своего хобби, покупки драгоценностей, у нее там одна или две фирмы, которые она любит, и покупает она только там. Кроме этого, у нее есть маленькое еще одно увлечение, она воспитывает своих внуков. Ее дочка Александра родила троих детей, которых иногда подсовывает бабушки. И бабушка их воспитывает. Кстати, в молодости Вупи Голдберг сидела на велфере. Она была жуткой наркоманкой и вдобавок еще дислектом, так что читать, писать она тоже не умеет. Но это ей не помешало. Вот. Ни в каких фондах помощи дети-дислекты Вупи замечено не было. Так что большим состраданием к ближним своим не отличается. Вот и все на сегодня. Удачи всем вам. Пока.